Не, ну слушай, он даже миленький на этой картине. Что такое? Ты что меня пугаешь? Я на твою фотографию смотрел. Я Хаги Эллендваген. Я Хаги Эллендваген. Хаги Ваги, учись, Хаги Ваги. Нет, я Гелик. Сегодня у нас будет нереальный челлендж в Майнкрафте. Кто-то из нас двоих станет Хаги... Гелендваген. Из Хаги Ваги. А кто-то от этого Хаги Ваги будет убегать. И если он не убежит, то все, его сожрутся. И это буду я, кстати, убегать. Суету навести охота. Мы запишем целых два видео. В моем видео Хаги Ваги будет Игорь. А в видео Игоря будет наоборот. Я буду Хаги Ваги, я буду его жрать. Так что смотри наших оба видоса. И там будет очень интересно. А ты, Игорь, можешь уже нажать на кнопочку и превратиться в Хаги Ваги. Ну все, я Хаги Гелендваген. Блин, мне страшно. Я вообще тебя боюсь, понимаешь? А тут ты еще и Хаги-Ваги. Я тут с четырю маленько хочу просто на тебя посмотреть. Сейчас. Ты в курсе, что я пластиковый? В смысле, я не понял. Ну я же игрушка. Ты не пласт, ты плюшевый. А еще я бы тебе посоветовал сходить к стоматологу. Тоже неплохо такая, неплохая тема. А что, мне нравится улыбка, нормально. У Игоря там наверху есть специальная кнопочка, которая начинает игру. Как только он ее нажмет, эти ворота откроются, и мне нужно будет без... Ты что сделал? Ты что натворил? Мне страшно. Не надо, все, у Игоря тут... Блин, Игорь, я боюсь, пожалуйста, дай мне фору, дай мне фору. Я плыву, я убегаю! Мне поставить лодку, что это вообще такое? Пошел в жопу! Я уже еду, я срезаю пути! Капец, я не знал, что Хаги-Ваги умеет ездить на лодке. Смотри, что я до тебя доберусь, я тебя схаваю вообще за один удар. Ля, капец! А ты в курсе, что у тебя ноги через лодку просвечивают? Это не важно. Короче, карта здесь очень большая, ее нужно будет как можно быстрее пройти. Почему я так медленно плыву? Давай, лодочка! Я догоняю. Да? Ты что там? Ты какие-то спи... Ты хватит вот этого, не надо. Ты что, на лодке можно контрол нажать? Я это понял только в конце, кстати говоря. Блин. Нужно быстрее бежать. Так, прыжочек. Все, побежали, нормально. Так, я знаю. Нафига прыжочек? Игорь лошара, Игорь дубас, он не умеет паркурить, поэтому у меня в любом случае есть скорость. Не, зато я срезаю пути обычно. Ты внезапно научился? Тут, короче, есть красные кнопочки, на них нажимать не нужно. Точнее, нужно. На них нужно нажимать только Хаги-Ваги, правильно, Игорь? Хаги-Ваги, Хаги-Гелендваген. Так, я тебя подожду, ты где там? Нифига, ты уже близко, отстань! Я упал! Почему я тебя пугаю, если ты... По-моему, тут все-таки как бы Хаги-Ваги-то ты, а не я, как думаешь? Я Хаги-Гелендваген. Ну, это какой-то он неправильный Хаги-Ваги. Тот настоящий Хаги-Ваги меня пугал, а ты меня смешишь. Так, я уже выпрыгнул куда-то тут наверх и начинаю паркурить. Блин, если я сейчас упаду, то все, я упаду к тебе в пасть. Я упаду в дырочку. Блин, подожди, ты что так рядом-то? Подожди, ты что мне? Сейчас я запрыгну на повыше, и там я на тебя посмотрю. Я хочу на тебя посмотреть. Подожди, у меня есть план капкан. Ой, ай, нет, стоп, куда? Я вообще, по идее, должен тебя убегать, но что-то мне так-то тебя нравится смотреть. Да что было? Вообще так нельзя, это против меня, ты должен меня убегать. Слушай, я вообще могу никуда не бежать, мне кажется, Игорь меня просто... Сейчас, я тут, подожди. У него там сердечный приступ по дороге случится. Подожди, не прыгает, у меня пробел сломался. Отвали от меня! Привет. Чё, охренел? А ну слезь отсюда. А ну слезь нахрен. Что тут делать? А слезь нахрен с моей лодки, это моя. Тут ты дебил, конечно. Ну ты дурак. Так, ты в курсе, что я стал сильнее сейчас? Я тебя ждать не буду больше, ты в курсе? Я сильнее стал, только моя вода, еда. Какая вода, еда? Блин, ты прям рядом, мне страшно. Я кнопку не могу попасть. Знаешь, как сложно играть высоким в Майнкрафт? Опа. 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 А что ты там делаешь?
Игорь, мне кажется, типа... Да блин, да как ты дальше? Я не хочу к тебе идти, ты мне... Давай, лопай, давай, иди сюда. Ты меня немножечко пугаешь, Игорь. А это уже совершенно не важно, ты и так умер, давай, иди сюда. Думаешь? Может быть, я все-таки смогу от тебя убежать? Давай, давай, иди сюда. Как считаешь? А может, ты ко мне спрыгнешь, а ты вот давай, а? Отсюда тебе слабо меня... Иди, давай. Вот падла-то, блин, а что мне делать-то теперь? Ай-яй-яй, нифига себе, как больно! Нифига себе, как больно! Пошел ты в жопу! Пошел ты нахуй! Нет, нет, нет! Что это? Вот так вот! Нет, нет, нет! Ты тоже упал, да? Ну так, чуть-чуть. Ты что, меня там будешь ждать, да, теперь? Ага. Да блин! Блин! Ну все, я готов ко второму раунду. Теперь тебе точно жопа, Хаги-Ваги, Гелендваген, понял? Хорошо, я на счет три напускаю. Раз. Понятно, говнюк какой. Ты посмотри, что он сделает, а вообще. Ты меня хочешь убить, я умру. Ты убиваешь своего друга, одумайся. Так, все, Игорь, тебе жопа. Ты друг, я игрушка. Кинстань от меня, игрушка сраная. Иди к стоматологу, не ко мне. Так, тут уже лодки стоят сраные. Стоп потворение! Я забыл нажать на штучку, которая меня ускоряет. Я придурок, да, я идиот, я идиот, я идиот, все вот мне жопа. Я вот нормально, ничего так. Да, ты прям рядом со мной, скажи мне, ты рядом со мной? Эу! Так, мне нужно надеяться, что Игорь все-таки лох в паркуре, и он не пройдет, он 100% это не пройдет. Кого не пройдет? Ну, ту штуку, которую ты не мог в прошлый раз пройти, ты не пройдешь ее, я чувствую. А, я ее не пройду. А я пройду. Близко. Я должен себя настроить. Да ты чё так близко, реально? Пиписка. Блин, я чуть не сдох, я чуть не отъехал сейчас. У меня сердце сейчас нафиг остановится от стресса. Пошёл в жопу. Отравление, вы превысили. Все, превысили. Так, ты там можешь упасть, пожалуйста, как ты в прошлый раз падал? Да. Все, я понял. А, нет, ну, блин, какого хрена ты накаркал? Да. Вообще? Все, пока, Игорь, ты я накаркал. Там... А я уже уезжаю, я уже на лодке. Я еще раз упал, все понятно. Ну, что это такое? А я уже тут это, под понт наваливаю, слушай. Я тут пока лодки уберу, чтобы тебе не мешало. Тут, ну, что, понимаешь? Для тебя постараюсь. О, овечка тут ходит. А, я понял, он уже едет на лодке. Нужно быстрее валить отсюда. Где ты вообще? Я не понял, ты куда свалил? Почему я нашел себя? Я нашел своего трупа. Зачем лодки тут оставил? Какие лодки? Я их убрал наоборот. Ты, кстати, видел, там на мой труп валяется. Так, все, я понял, я пошел. Какой там труп, Жека? Можешь еще раз показать? А то я что-то как-то не увидел, что ты там показывал. Вот это мы закрываем. Так, все, отличненько, прекрасненько. Блин, сраная вода, зачем я прыгнул в воду? Вот это сейчас, вот это самое жесткое место. Если... Он сзади. У меня из-за стресса я падаю, ты понимаешь? Да блин, у меня такой же стресс, я хочу тебя догнать. Что это такое? Да капец, ну что это за пики-то черный вообще? Все, это жесть. Ну да, как там дела у тебя? Чувствую, опа, он справился, ребята, все, это знак. Можно, в принципе, идти дальше. Молодец, Игорь, у тебя... Это какой-то беспомощный Хаги-Ваги, помогите ему. А ты какой-то, вот ты не Гелендваген, ты какой-то Хаги-Жигули. Нет, я Гелендваген. Ты Хаги-Запорожец. Нет, это Гелендваген. Ты Хаги-Велосипед, нет, ты Хаги вообще какой-то инвалидная коляска. Сейчас я тебя догоню, попасть. Давай, я уже далеко уберу. А ты в зиме уже? Ты уже в зиме? Не.
видишь меня, да мне кажется, ты не обманываешь. Так, да блин! Я наступил на замедление! Спокойно, спокойно, спокойно. Пропустил ускорение, так, все хорошо, хорошо, хорошо. А где ты? Ты мне скажи, я могу и повернуться или? Да, повернуться. Он уже рядом! Бежим нафиг! Ты повернись, повернись. Посмотри точно, по-моему, тебе показалось. Не-не-не-не-не, мне не показалось, я точно тебя видел. Бежит. Так, ладно, я, конечно, могу вот так вот смотреть на него, но нужно все равно учитывать, что он может меня догнать, что я могу тоже зафейлиться где-нибудь. Поэтому фора должна быть большой. Игорь, ты где? Все как-то неправильно идет. Мне почему-то не страшно. Не должно быть страшно. Мне страшно, когда я догоню. А, да? Ты думаешь, что такое случится когда-нибудь. Так, а я уже куда-то еще дальше прибежал. Сейчас я добегу по Я Хаги Гелендва. Ну ты Хаги Запорожец, Хаги Запорожец. Нет, я тебя догоняю уже, я тебя вижу. Да? Ну а ты молодец, конечно. А я тебя тоже вижу! А ты что-то вообще прям рядом так! Да прыгну, все, едем! Газу! Все нормально, Формула-1, Феррари, поехали. Подожди-ка ты меня! Подожди, я не могу спрыгнуть. Ладно, понятно, я уже что-то маленько испугался, но, видимо, зря. Я сейчас буду вообще-то сокращать пути. Блин, меня что-то выкинуло из лодки. Ай, меня трясет, меня шатает, меня... Что ты делаешь? Что ты делаешь? А я ничего не делаю. А мне кажется, ты что-то делаешь. Нет, ничего не делаю. Ты сейчас противозаконное, да, делаешь? Там креатив уже полетел, да? Да. Ля-ля, ты посмотри! Не понял, в смысле? Ты что, реально в креативе летишь? Нет. А как ты так быстро здесь? На лодке быстро езжу. В смысле, я не понял. Это что-то... Ладно, все, я уж телепортировался. Все, последняя стадия. Я главное в лаву не шлепнуться. Фух, я не шлепнулся, все хорошо. Ты вообще далеко, мне интересно, где ты? Я умираю, Хаги-Ваги умирает в лаве. Это что было такое вообще? Почему там лава разбита? Почему мост был продырявлен? А почему мы сами вначале? Это вообще не смешно, понятно? Я прохожу паркур, у меня нормально, я прохожу паркур. А я там как дела? Ты в жопу. Так, все, у меня на финишной прямой. Мне, в принципе, торопиться-то некуда, но я все-таки хочу доказать. Почему это нету чекпоинтов? Это что вообще такое? Какие тебе нафиг чекпоинты? Ты Хаги-Ваги, ты должен догонять. Какие тебе чекпоинты? Хаги-Ваги я, это как я тебя догоняю, если ты быстро бегаешь? Ну, а как это? Я не могу допрыгнуть. Так, спокойненько. Да ёпта, я не могу просто перепрыгнуть тут одно место. Одно место не могу. Подожди. Ты где? А я убегу там по трассе. В самом начале? Ну, нет, я уже вот там, где вот ты умер в прошлый раз. А, да? А у меня тут есть какой-то рычаг. Что это за рычаг, интересно? О, Хаги-Ваги проиграл. Чтобы убить Хаги-Ваги. Нет! Ты чё? Нет! Пока, Хаги-Ваги! Что делаешь? Алло, игра закончилась, все, ставьте лайки! Подписывайтесь на канал. Я съем. Если хочешь посмотреть на реванш Игоря, то ставь лайк, и мы, может, запишем еще одну серию. Ставь лайк, если тоже мечтаешь сжечь Хаги-Ваги в лаве. А мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Ну а ты скажи тоже пока, Хаги-Ваги. А, пока! Бежит, старается.